Всем привет, с вами снова Екатерина, и мы продолжаем наше прохождение оригинального сталкера «Тень Чернобыля». Это уже вторая серия, а все прошлые и последующие будут в описании по ссылке плейлиста. Если вам понравится мое прохождение, не забудьте оставить свой лайк и комментарий и подписку на канал. Приятного просмотра, а мы начинаем. Пацаны! Пацаны! Оружие заклинивается. И он меня убил. Нормальное начало. Да, действительно, у меня тут это, еда восстанавливает жизнь. Нифига себе. Вот это поворот. Ты что там прячетесь? Ну-ка, выходите по одному. А! Заклинила. Хи-хи-хи-хи. О. Куда? Я тут. Так, есть понемножечку. Так. А материться не стоит уж. Так, 5 человек осталось. Пацаны. Пацаны. Покушаем, что ли? Самое время обеда. Ах ты ж! Нежданчик не дают покушать. Вот гады, а. Лазит. Ух ты ж, у вас сразу два? Да. Я думал, меня добьет, он главное назад пошел, дебил. У меня, я вообще-то перезаряжался, если что. Ты, у тебя был шанс меня убить. А теперь убью тебя я. Такс. Еще два дебила, где вы нафиг? Выходи по одному. Вон там, лазит где-то. Надо пойти. О, автомат. Ах ты ж! Нифига, он там еще с приседи. О! Все нафиг, надоели вы мне. Пойду собирать. Что там у них в тропиках? Так, что дальше-то делать? Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то, под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Как мне попасть в эти подвалы? А, вот, надо было еще. Тут один из многих ходов, через него ты попадешь в один из соединенных друг с другом подвалов. Ну а там, смотри сам, карт у меня нет, они очень длинные, с множеством комнат. И довольно запутанные. Найти тайник группировки стрелка, спасти крота, получить информацию стрелка. Спасибо за информацию. Так-с. А, тут еще лестница, ничего себе. Тут еще лестница, офигеть. О, господи. Тут же какая-то кислота. Что-то за дымка. Чё нет? Может, что-то заправлено. Страшные звуки только одни. М? 1000 рублей стоит. Не-не. А меня за что? Э, вы чё? Я не сохранился, нет! Да ё-моёшки-то. Ух ты ж. Вот это бегает он. Есть. Фу. А
ты ж... Вот с... Вот, блин, зараза. Вот сволочь, откуда вас столько много-то? Ну ты чё? Пошел собирать наконец-то, они меня достали. Сколько можно, столько нервов мне трепят. Оп, это что, мне надо? Нет, у меня своей достаточно. Это патроны для чего вот эти? Автомат мне надо, да? Это мне не надо. О! Так, где еще эти дебилы валяются? Вон они. О, аптечку отхватили хорошую. За тем чуваком, к сожалению, я не пойду. Он за тем, который валяется в этой кислоте. Так. Так, тайничок тут еще есть. Я знаю. Упс. Вот тут, значит, да? Нет, не тут. Вот здесь где-то, да? В трубе, что ли? Вот он. Вот он. Ничего нет. Это не он, значит. Где? Где-то там, наверное. А кто? Позапрыгнуть. Ты кто? Морской ежик. О. Это нужно, что ли? Но это не тоже не тайник. А что, где он, блин? Не пойму, блин. Здесь где-то должен быть. Нет, ничего нет. Там ничего нет. Странно. Ничего нет. Пробегать. О, гранатки, ребята. Так, мне надо что-то вот... Что там характеристики? Кровотечение плюс 100. Радиация минус 30. 5000 стоит целых. Будучи пух. Удар минус 20. Разрыв минус 20. Радиация, зато химический ожог. Взрыв. Пулестойкость. Плюс 11%, минус 20%. Так, ну... все. Хороший артефакт мы нашли. Морской ёжик. Морской ёжик! Морской ёжичек. Залезть. Я не могу. А. Так. Так. Найти в тайнике информацию о стрелке. Ого. И тяжелый. В... Нет, она права. Али... А, нет. О, оружие. И флешку, флешку, флешку. Откуда я знаю, что там флешка? Это можно одеть? Хуже? Его продать, типа, стоит 6 тысяч. Ничего себе выбрось. А? А. А, ну все равно 3 тысячи. 55, блин, килограмм. Где еще? Съесть. Артефакт! Иди сюда. Здравствуйте. Ты кто? Огненный шарик. И какой хорошенький. Кристаллизуется в аномалии жар. Хорошо борется с радиоактивностью, хотя ускоренный энергообмен. Изнашивает мышцы двигательного аппарата. Долго бежать не получится. Артефакт излучает тепло. Понял, принял, обработал. Так, хорошо. Так, теперь надо найти... О!
О, флешечка. Так, чё? Узнать в судьбе призрака. Стрелок у меня хреновой новости, клуб погиб. Тебя не застал. Так, выбраться из подземелья. Куда же, да? Хочется туда идти. Так, ну-ка. О! Сюда не выполнено. Найти тайник правый строк. Что-то там мне не нравится. Нет! Где он? А, он сзади! Нет! Подсаза! Нет! Он меня убил! Ты откуда взялся? Гад! Это кто был-то? Голова. Вот это что-то мне подсказывает, что это только начало, ребята. Пожелайте мне удачи в бою. Пожелайте мне удачи. Так, 8 штук. Беги. Где? А! А там что, я убила его, что ли? Так. О, дебилы! Вы сами себя взрываете, что ли? Надоели они мне, гады. Кроши, ломи, кроши. Ты откуда взялся тут? Ого! Вы откуда здесь взялись? Не понял. Да, у них что? Куда ты стреляешь, штучка? Так. Делаете? Никуда от них не деться. Ладно, пойду рискну. Ух ты ж. Не успел сохраниться. Так, хорошо. Ух ты ж. Блин. Опа-на. О, зараза, а.
Хорошо, что я дверку открыла. Замечательно. Мне нравится. Так. Ну, гады, я вас жду. Придите сюда и получите что-то. Ты ж, пока посмотрела уже все. Здравствуйте. Ха-ха, хитрый, ага. Так, наверное, на высоте где-то. Надо подняться. Лестница, где они? Лестница. Вот. Где-то здесь, да? Что-то не могу его разбить. Вот. Ну как, спрыгнуть здесь? Чё, опять сдох, что ли? Так, что-то непонятно мне. Надо еще, наверное, выше подняться, да? Ну-ка, выше подняться, где еще лестница? А вот это что такое? Ничего нет. Тайничок пуст. Куда выше-то? Ага, вот она, лестница. Так-с. Я там... А тут два, стойте. Вот они. Они сзади. О, гады. Знали. Я поздно заметила, что они пришли. Еще один остался. Так, ладно. Где они тут у меня? Вот они. Меченый, я сообщила тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к ним. Мы забрали документы. На этом, я думаю, стоит закончить нашу серию. А то тут их все... Это будет надолго, потому что сейчас налетят, похоже, дофига их. Вот. Если вам понравилось мое прохождение, ставьте лайки. Это меня очень мотивирует. Пишите мотивирующие комментарии и подписывайтесь на мой музыкальный канал. Как раз сегодня вышло еще один кавер на аниме. Вот. Все, всем до скорой встречи. Пока-пока.